В этом спортивном баре в Заводском районе можно было масштабно отпраздновать не только победу любимой сборной. Помимо широкого ассортимента горячительных напитков, местный бармен мог предложить кое-что еще. В подсобных помещениях, помимо маринованной семги, кинологи и оперативники обнаружили пакет с коноплей. Правда, сам подозреваемый утверждал, что это листья салата. Чуть позже были установлены и задержаны все участники этой неспортивной сборной команды. Двое участников организованной преступной группы осуществляли сбыт марихуаны, продавая ее клиентам одного из увеселительных заведений Заводского района. Третий участник группы занимался культивированием конопли. Злоумышленник с особой любовью и заботой в специальной теплице поливал и удобрял саженцы. Готовый продукт мужчина упаковывал в фирменные конверты. Всего же на плантации оперативниками было обнаружено 111 кустов конопли, а у друзей садовода в ходе обыска изъято более 60 граммов марихуаны и синтетические наркотики. В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренным пунктами А и Б, части 3 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится расследование. Устанавливаются дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых. Денис Желтов, Анатолий Чернов, Вести, дежурная часть, Саратов.